Всем привет, любители стальных баталий, с вами снова Смолдер. Ни для кого из вас не секрет, что люди всегда любили халяву. Особенно если эта халява связана как-нибудь с их любимым занятием, той же игрой, например, или еще чем-нибудь для них важным. И последнее время некоторые люди начали мне кидать один очень занятный ролик с читом на голду для АВ. И давайте рассмотрим, что это за ролик, что это за чит такой и чего он стоит. Давайте сначала посмотрим на сам ролик, который является, наверное, типа рекламным для этого чита. Честно скажу, материал для ролика я записывал отдельно от звука, ну просто потому, что звук цепануть потом из этого материала достаточно сложно и обрабатывать его было лень. Поэтому я вкратце вам опишу, что вообще происходит. Собственно, вам предлагается купить за энную сумму денег какую-то программу, которая якобы начислит вам голду в игру. При этом в ролике голда действительно начисляется и даже показано, как на эту голду был куплен год према и меркава. Также у чита есть собственный сайт, на котором выставлен прайс-лист, фак и прочая фигня. И увидев такое, некоторые люди, конечно же, сразу побегут покупать эту фигню. А стоит она, надо сказать, каких-то заоблачных бабок, от 1900 до, по-моему, почти 5000 рублей. И, честно говоря, не стоила бы она так дорого, я бы ее даже купил. Просто для того, чтобы показать в этом ролике и объяснить, в чем тут вообще соль. И, разумеется, есть несколько других неувязочек, которые не очень-то складываются в общую картину. Для начала начнем с отзывов на самом сайте. Почему-то все из них строго положительные. Я не нашел ни одного отзыва, где хоть один человек бы сомневался в том, покупать этот чит или не покупать. Как правило, там такое содержание: чит классный, вы молодцы и все в этом духе. Ну хорошо, допустим, среди тех, кто наткнулся на этот сайт, скептиков не так уж и много. Но давайте тогда посмотрим комментарии на ютубе. Во-первых, некоторые комментарии тупо повторяются, причем написаны они с разных аккаунтов. Во-вторых, я рандомно там прокликал от 6, по-моему, до 10 где-то человек, среди тех, кто именно написал положительный отзыв на ютубе в комментариях. И ни один из этих аккаунтов не был подписан ни на одного из блогеров по арматке. Даже на упоротого балабола Лысяшу там никто не был подписан. Некоторые, конечно, могут мне возразить, мол, ну и что, не все же вас смотрят-то в принципе, хотя, на мой взгляд, это было бы немножко странным, если ты ищешь читы по арматке на ютубе, но при этом не подписан ни на кого из водомесов. Ну да ладно, давайте все-таки перейдем от догадок к действительно нормальным доводам. Я думаю, многие из вас знают о существовании такой программы, как ArtMoney. ArtMoney — это такая прога, которая рисует вам в играх разную валюту, которую вы хотите там себе нарисовать. И прикол в том, что в АВшке вы можете нарисовать себе голду через ArtMoney. И даже купить на нее премтехнику, премиум статус или вообще все, что вы найдете в рамках именно самой игры. Но основной прикол и подстава здесь в том, что купив себе таким образом премстатус, технику или еще что-нибудь, вы не сможете этим всем воспользоваться, просто потому, что вас сразу же выкинет из игры, как только вы попытаетесь зайти в какой-нибудь бой. И догадайтесь, чего не было продемонстрировано в том ролике с читом на голду. Естественно, не было никакого выхода в бой. Просто потому, что за эти 5 косарей вам, скорее всего, пытаются продать обычный сраный ArtMoney. Только выглядит он немножко по-другому, и в этом, собственно, вся разница. Кроме того, один из комьюнити-менеджеров, после того, как один из водомесов скинул этот ролик в конфу, сказал, что это просто обычный лохотрон и попытка продать ArtMoney. В общем, ребята, не ведитесь на всякую фигню. Не все то, что кажется правдоподобным, является правдой. Мошенники достаточно изобретательны и всегда пытаются все спрятать за красивую обложку. Ведь для них, как говорится, без лоха жизнь плоха. Ну и небольшое обращение к автору этого чуда. Если ты все-таки кого-то обманул и тебе заплатили за это денег, то я надеюсь, ты этими деньгами подавишься в аду, мразь. Ну а на этом у меня на сегодня все. С вами, как всегда, был Смолдер. До скорых встреч.